Ой, ты смотри, на меня это самое кинули. Понтик. Даже пытаются обижать. А, этот его откачивает, походу. Не, в такой ситуации, к сожалению, ничего не получится, они слишком далеко от меня. Прикинь, ДПС входит, а толку никакого. Несчастного Нерусу убить не могут. Чё? А, это завтра. Тоже 35 минут будет. ДТМ. Все, плюнул он на меня. Забавно. Там тенга какая-то была. Ой, может быть, тенга на меня сагрится? Ой, точно ты, гляди, сагрилась. Цыпа. А что такое тенга? В чем проблема? Что случилось? Давай. Главное, чтобы не успел пройти. Да, давай, дорогая. Умри. Чуть-чуть. Давай. Нормально тут тенгу заломатки. Ребят, ну у нас отличный килл. У нас просто отличнейший килл, я скажу. На ком килл, кстати. Блин, я забыл это самое, дронов подобрать. Червы. Слушай, смотри, тут еще вознаграждение мне. 3,5 ляма капнуло. Ну, тоже хороша. Так, на ком килл-то? Давай смотреть-то на тенгу-то. Вот она. Черт, это было отлично. Просто отлично. Супер. Ой, мне еще и это... Центрики помогли, кстати, неплохо. Так, что мы с нее полутали для начала? Давай смотреть. Ну, в общем... Самое интересное вот только вот это вот. Считай на 250 лямов.
Ну, тут еще это всяко по мелочевке. То есть, по-хорошему, это вот так. 260 лямов, короче, полутали. А килл, тенги, собственно говоря, вот он. А тенга у нас на 800 лямов. Ну, вот такая вот тенга. Блин, народ, это стоит лайкосик. Мы все-таки смогли развести, как хотели, на PvP развод. Ух. Так, никто там не летит? Никто не летит, окей. Давай, прыгаем, смотрим, что там у нас. Ого. Немножко перебор. И Курца, и Дриковак. Вот их уберите, еще поживу. Блин, я до гайки не допру, скорее всего. Черт, это для меня много. Но тут без вариантов гайку топить тогда получается. О! Мочалка ушла. Возможно, станет легче. Так, ладно, подождем по максимуму еще. А все, больше ждать нечего. Ну все, пошло, пошло. Хоть сетку не кидает, а на том спасибо. Без сетки пока. Слушай, они походу охреневают. Стреляют, стреляют, и пока ничего сделать не могут. Во будет сейчас это. Если я успею еще пройти. Ржачно-то. Блин, пока ржачно. А я МВДшку чуть не сжег. Не, ну если будет фрегатик, то можно будет один на один, и урон будет основной, конечно, это... О май гад. По-моему, у нас срочно проблемы возникли. Так, главное сетку только не кидайте, пожалуйста, я очень вас прошу. А-а-а, меня вырубили нахрен. О, еще и сетка, все, по-моему, я приплыл. Или дотяну. Что, у них урон не такой уж и огромный-то. Черт, ну слишком маленькая скорость. Ой-о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 й. Ах, чуть-чуть не хватит. Зараза. Все, не хватило, да. Блин, и группа поддержки не успела прилететь. Так, ну ладно. Давай смотреть, что там у нас в общем итоге. А натанковал в совокупности 40 тысяч я. ДПСа. Не хухры-мухры. Но, ну вот, 37 тысяч, ну да, настакал и все, и понеслось. Он основной-то урон и нанес. По поводу симуляции. У меня откачка 515. По счетам. То есть 515 хитов в секунду. Ну, в общем, чё, как бы там ни было. У нас есть килл.
Ну, отличненький. Немножко повеселились, немножко побабахали. Немножко посливались. Ну ладно, нормально слились. Ну, в принципе, все к этому и шло. Блин, сетка, зараза. Проблема в сетке. Если бы не сетка, вообще было бы все отлично. Но проблема с сеткой оказалась. Как бы там ни было, все равно было прикольно.